Возле дома 3563 было замечено семейство грызунов. Сразу несколько мышей среди бела дня бегают по тротуарам, чтобы полакомиться остатками отходов, стоящих возле дома мусорных контейнерах. Иногда переполненные ящики вот здесь стоят с мусором. Возможно, из-за этого мыши появились. Но это, скорее всего, наверное, люди, если видят вечером или ночью, днем их нет. Вблизи дома находится детская площадка, на которой ежедневно прогуливаются родители с малышами. И нахождение рядом мышей, по мнению жильцов, вызывает полную антисанитарию. Это же распространители инфекции в первую очередь. Поэтому гуляют дети здесь на песке, на площадке. Конечно же, это очень опасно для здоровья. Это антисанитария. Все, что угодно могут эти мыши принести. Поэтому я сама лично их не видела, но слышала разговоры, что они есть именно возле 9-10 подъезда. Как раз разговор этот был вчера. Специалисты объяснили, дератизация проводится ежегодно, весной и осенью. Комплексные меры по уничтожению грызунов в местах общего пользования должны находиться под ведомством управляющей компании. Яна Вальдюк, Ленар Султанов. Новости Набережной Челны.